ветер. Наш дом. Максимус Инвест, да, тут Сергей у нас, Максимус Инвест. Мы сейчас, что мы идем смотреть? Мы сейчас посмотрим квартиру на 7 этаже 2 плюс 1. Это, кстати, один из моих любимых домов. Я сейчас потихонечку расскажу, почему. Тут нужно находиться, да, чтобы понять конструкцию, как оно все здесь построено. Получается, все дома по улице выдвинуты, комплексы, да, построены возле дороги, а инфраструктура бассейны. Внутреннюю часть двора. Ага. Этот комплекс единственный на всей улице, который сделан наоборот, и поэтому ему виды не перекрывают. То есть у него был там, ну, эта сторона, вот, ну, там бассейны, то есть открытый вид. И еще главный момент, вот где вот бананы, вот можешь показать, вот видишь, где заканчивается комплекс, это уже район Каргиджак. А, есть, да? Да, это Каргиджак уже, да. И получается, все квартиры выше 6 этажа будут видовые по одной простой причине. В Каргиджаке разрешены только 5-этажные постройки. Ага, я понял. То есть тебе никогда в жизни не застроят. Даже если ты возьмешь высокий этаж, перед тобой вот даже, ну, впритул сюда построя, у тебя вид будет... Наверх мы тоже сможем подняться, да? Ну, сейчас поднимемся в квартиру, да. Покажу. Там квартира 120 квадратов, хорошая квартира. 120? Ого. 120. Два балкона, там один балкон большой. Здесь такая штукурная территория. Да, красиво. Да, с той стороны у нас генератор стоит, ну, комплекс там, сказать, что не полная инфраструктура, но довольно красиво. Смотри, тут получается у нас бассейн с аквагорками. Отдельно детский бассейн, вот мне нравится, когда детские бассейны делают отдельно. Отдельно. Да, потому что детки там плавают, как бы, ну, чтобы не подцепить ничего, скажем, там, от взрослых, да, там алкальная зона. И с той стороны у нас есть беседки. Такой вот большой бассейн с горочкой. И детский бассейн. Мангал. Здесь, кстати, очень классный КПДЖ. Его вот здесь все в этом районе его очень любят, потому что он такой прям чистоплотный. Все время, когда ты заходишь в комплекс, он только полы помыл, он говорит, так в сторонку обходите. Куда? Вот. Сколько айдат в месяц, знаешь? Сейчас, в данный момент, айдат здесь 200 лир. 200 но лир. Завтра будет переизбрание управленческой компании. Пока неизвестно. Завтра жильцы уже будут определяться. То есть здесь, знаешь, чтобы там в комнате классно, из-за того, что здесь повышенная влажность, вот здесь камнем все обшили. То есть краска не будет испортиться. Потому что бывает такое, что... Просто отстаю. Здесь, получается, у нас есть фитнес. Здесь, к сожалению, закрыто. Там есть сауна, джакузи и парная комната. Неделя там один открыт, да? А вообще, какого года, получается, постройки дом? Стройка началась в 2017 году, сдался он в конце 2018, в 2019. А живут какие в основном страны здесь? Здесь в основном СНГ. СНГ? В основном СНГ, да. Во вторник и субботу поработают в сауна и хамам. Ну, фитнес всегда. Да, фитнес всегда. Еще есть здесь такая комната, переговорная, скажем так, да, зона отдыха, посидеть можно, телек посмотреть можно, просто посидеть, пообщаться. Столы это сейчас занесли, потому что ветер сильный. Здесь, когда ветра посносит просто. Потом занесли сюда, а так летом их вынесут на улицу, и там вот эти мангальные зоны можно было. То есть, в принципе, даже можно вот пойти, есть небольшая там типа кухонька такой, чай какой-то приготовить. И пойдемте в квартиру. Какой этаж? 7 этаж. 7. Здесь, кстати, тоже закрыто, здесь 3 теннисный стол. Теннисный стол? Да, пинг-понг можно поехать. Да, 2 лифта. А вот уже написано, что вот собственно апартамента. Вот собрание. Давай сразу я покажу один момент. Вот смотри, вот эта вот прилегающая стена с той стороны это спальня. То есть здесь не будет шума от соседей. То есть как бы, ну из-за того, что это 7 этаж, но по факту наш это 8. 8. Да, здесь не будет никто пешком ходить, потому что высоко, обычно все пользуются лифтом. Ну и вот такая вот квартира. Здесь прихожка. Сразу же гостевой. Она нулевая полностью. Она да, полностью никто нулевая, не... и здесь никто не жил. То есть это так, как сдал застройщик. Здесь получается гостевой санузел. Покажи. Да, большой очень. Да, большой. Большой санузел. Здесь коридор. У нас клиентка в этом комплексе купила квартиру. Еще, ну, как только дом сдался.
Мы сделали вот здесь и дверь по спецзаказу, такую, ну, типа, как раллетами она открывается, она делила полностью гостиную с кухней, вот всеобщего. Ром, сюда смотри. Да, зачем? Где стиралка, то есть шкаф встроенный, здесь стиралка, вот нагреватель будет здесь. Вот, все, то есть как бы вот такой вот шкаф, уже сразу то, что поставили застройщики. Вот такая вот просторная гостиная. Да. То есть выведено все полностью под подсветку. Вот, вот здесь вот можно поставить, как бы вот гранитная столешница, окно на кухню. Вот смотри, какой вид здесь красивый. Да, прямо с кухни, снежные горы. Вот лучше открыть и показать так, потому что стекла грязные. Даже снегом. Балкончик. А ночью какая здесь красота, когда ригера и галдики подсвечиваются. О, да, да. Фотончики, когда подсвечиваются. Да. Ром-рокер. Да, не забывайте пароль Ром-рокер, когда обращаетесь. Максимум стрит. О, да, море. Море. Ну, тут 300-400 метров до моря где-то. Балкон угловой, здесь спокойно можно запрудовать. Да, можно сделать комнату. Здесь дальше получается коридор, да, по коридору у нас сразу. Детская, ну или гостиная. Так, 2 плюс 1, да? Это 2 плюс 1, да. 2 плюс 1. Здесь детская. Детская. Это, потом уже, когда человек будет, мы это все доделаем. Все получается такая вот детская спальня. Здесь, кстати, кондиционеры находятся в правильных местах над дверью. Потому что когда делают либо вот здесь на стене, либо над кроватью. На кровать будет. Да, а это самое крайнее место расположения кондиционера. И здесь, кстати, везде вот, получается хозяйская спальня. Она со своим санузлом. И балкон. Вид балкона, вид какой. А, это свой балкончик уже. Да, здесь второй балкон свой. Вот такой вот вид. Здесь уже никто не застроит, и вы будете и всегда смотреть. Я говорил, перед этим пятиэтажками только могут. Пятиэтажками. Вон, смотри, дальше только пятиэтажки. Угу. Виллы, пятиэтажки, все, больше строить там нельзя. Ну, выше, кстати, дома. Атлас 4. То, что я говорил, вот сейчас обратите внимание, да, вот бассейн, бассейн, теннисный корт, парковка, то есть нету дома, если бы дом этот перебили туда, да, да. Такого бы вида не было. Да, вот именно самый лучший вид именно из этого дома, с тех домов, там уже они друг друга заслоняют, сидят шикарно. Ну и вот так как сдают застройщики здесь, в Турции, в Малане, квартира полностью, под телевизор, кондиционеры. В гостиной там даже выведен оптиволокно, уже выведено под интернет. Ну и санузлы полностью оборудованы. Вот, пожалуйста. Причем даже хозяйский санузел, да, в спальне, он все равно просторный. Со своей душевой кабиной, то есть тоже она не маленькая. Да. Сейчас в новых 1 плюс 1, и то меньше делают. Да. Большая довольно. Вот такая профилька. Понравилось? Ну да. Вот здесь камера есть. Да, да, здесь есть камера, но домофон когда подключается. Да, то есть можно видно там, кто есть, если кто пришел. Сразу. Так открою. Да, ну это если позвонят. Да. Сразу кто-то был, может, да, и можно. 120 квадратов, да, вообще. Да, но это с балконами. С балконами. С балконами, да, в Турции считается с балконами. Угу. Потому что, ну, на самом деле, застелить балкон, здесь будет еще дополнительно одна комната. Да. Так что вот так вот. Вот то, что я говорил, вот уже под интернетом. Ну, наверх мы приехали, к сожалению, нету ключа, закрыто. Шикарный вид на море, можно выходить загорать здесь, отдыхать и смотреть на море. Виды потрясающие, Утопию видно, мои любимые пляжи, как бежать.